Жители деревни Матюково встретились с заместителем главы администрации Александром Сорокиным и руководителем территориального управления Малахов-Кокраскова Павлом Максимкиным. Говорили о благоустройстве территории. Подробнее в следующем сюжете. Один из важных вопросов – подтопление автобусной остановки. Люди не могут пройти к ней после дождя. Вдоль проезжей части проложили новый тротуар, но при этом повредили водоотводную систему. Мы не можем подойти вообще. Да? Там лужа огромная. Невозможно людям не перейти. Люди за остановку прячутся, если перешли, потому что лужа реально – это речка. Мария Калмыкова обратилась с просьбой решить проблему с активной застройкой промышленных зон. После строительства новых объектов остается много мусора, который не убирают или сжигают. Сжигают по ночам. Наша основная боль – увеличивающаяся застройка промзоны, которые растут в последние два года в геометрической прогрессии. Эти промзоны мешают нам жить, мешают нам дышать. У нас под окнами планируют разрабатывать поля для большегрузов. С левой стороны собирается мусор. На встрече также обсудили вопросы дополнительного освещения детской площадки, установки скоростных ограничений для автомобилей и ямочном ремонте. Я считаю, что встреча прошла крайне плодотворно. Все вопросы, которые задавали жители, они абсолютно объективны. Все мы их берем в работу и будем лично контролировать. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.